России, Дагестан. Сөйлей Маачкала. Таң яхшы болсун, хурметли радио тыңдаучулар. Сизин үчүн кумук тилде үрлеген беришлерин башлайбыз. Эфирде Яңылыклар деген баялык программа. Яңылыклар деген баялык программа Маашкалада Вести каналыны 100.3 FM, Радио России каналыны 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Хасавюрт шаарда 101 FM радио толкунуна үрлө. Микрофонун алдына редактор Нүхей Баматова, режиссер Аида Хасанова. Май айынын 29-уна республиканын башчысы Сергей Меликов Дагыстандын халк жыйынына чакырып өтөжөк. Өзүнүн чакырууна региондун башчысы республиканын өсүүнүнөги асыл масааланы ва пикруланы мекелештирежек. Шогун халкынын жашоосун жакшылаштырууну, дагуулукчуларды янын тутууну, промышленный ва турист тармактарын өстүрүүнү масааларына асуу тергөө берилежек деп караулана. Чакырып өтүү кеңешкен кайдада өткөрүлөжөк. Чакыруунун барышында Дагыстан парламентарийлерден кайры да пачалык туманы депутатлары, хакимдиктин органдарынын жолбашчылары, жамият курумланы, яш өрүм харакатланы вакиллери ва журналисттер ортакчылыгы тежек. Чакыруунун натыйжаларына көрө Дагыстандын башчысы пресс-конференция өткөрөжөк деп караулана. 29 мая 2024 года состоится церемония оглашения послания главы Республики Дагестан Сергея Меликова Народному собранию Республики Дагестан. Смотрите и слушайте в прямом эфире на РГВК Дагестан и ГТРК Дагестан, в социальных сетях телеканала, в телеграм-канале главы Республики и на странице ВКонтакте, на радиостанциях «Россия», «Страна гор», «Столица». 29 мая послание главы Республики Дагестан Народному собранию Республики Дагестан. Маашкалада четим, ирак ва юрт жерлерде жашаган отандаштардын ыктыярлары деген темага багышланып, инсандын ыктыярларын яклай алганы бүтүн Россия координация совети өткөрүлгөн. Онлайн кайдада өткөрүлгөн кеңешин барышында Россиядагы инсандын ыктыярларын яклайган Татьяна Маскалькова ва республиканын башчысы Сергей Меликов ортакчылык эткен. Кеңешин барышында юртларда жашаган отандаштардын ыктыярларын сактоонун масалалары арага салынган ва сынау алыштырылган. Соңуна кеңеште арага салынган юрт, четим, вайра жерлерде жашаган отандаштар үчүн медицина жактан санъянлык медицина көмөк ва иш план таамин этүү, жолдордун өсүү ийимдик масалалар, халде асылуу чечилип битмеген масалалар кайдада эсептелет. Мы сегодня собрались именно для того, чтобы напрямую поговорить о тех людях, которые действительно не в равном положении с горожанами. Но это объективно. Но и те условия, в которых сегодня продолжают жить и работать поселяне, конечно, заслуживают самого прежде пристального внимания с позиции защиты их прав и поднятия гарантий этих прав. Мы собрались, чтобы осмыслить ситуацию с правами человека в этом сегменте общественных отношений и внести конкретные предложения. Дагыстандын халк жыйынынын председатели Заур Аскендеров эскерген эмик, ушундай чаралар законун өлчөгүнө, юртларда жашай калганынын масалаларына баардык жактан тергөө этмеге имкандык бере. Дагыстандын укуматынын кеңешине регион бюджетке алышынуулар этүүнүн масалаларына, жашоолук коммунал хозяйствонун объектлеринин ишинин натыйжаларына ва өзге асыл масалага тергөө берилген. Быйылкы биринчи 4 айынын ичинде республиканын бюджетине кайыр акчалары 60 миллиард манатка жетишкен. Каржыланган акчалар болсо 55 миллиардга тең. Шулайлыкта республиканын бюджетинен 5 миллиард манат кала. Республиканын укуматынын председатели Абдумусим Абдумуслимов кайыр акчаны арттырмак үчүн ва экономика тармагыны көрүнбөгөн бөлүгүн кемитмеге таасир этеген структураларны ишине тергөө берген. Мекелле этип айтканда
законопроект 2024 жылда бюджетке келеген акчаланы умуми кадарын арттырманын токташтыра. Кеңеште чыгып сөйлеген республиканын финанс иштер министринин бошторун күтөгөн Шамиль Дабишев харш акчаланы кадары ва алышынуулары акына толук уйда айткан. Доходы в целом определены в объеме 182 миллиарда или предусмотрено с ростом на 4,7 миллиарда. В том числе на 5 миллиардов увеличены налоговые, неналоговые платежи, из которых НДФЛ на 1,9 миллиарда, налог на прибыль на 0,7, налоговое имущество организации на 0,5. Доходы от размещения временно свободных остатков на 2 миллиарда. Следует отметить, что основанием для существенной корректировки налоговых доходов послужило в том числе и настоятельное требование Минфина России, изложенное в письме от 2 мая, направленное на имя главы республики. Республиканы халык жыйынына председатель заместители Саид Ахмат Ахматов, Украинада жүргөн кастоо операциянын ортакчысы Хажимурат Казанбиевни көрмөгө барган. Буылны февраль айында Хажимурат дау тапшырууну күтүүдө душманны дрону булан ауыр яраланган. 21 күн ол 15 градус суулукта чоңкта жатып турган. Сау калмага огар блиндаждан тапкан аш көмөгөткөн. Шобуса 4 тушенка банка ва 1 кургак пюре. Яратып арадан учума кеткен соң Хажимуратны Санкт-Петербургтан келген дау кулукчулар куткарган. Вице-спикер Казанбиевни тарихине котчак иш, өзүнө буса катты ва эргиши хасиятлы патриот деп баа берген. Вот такие ребята, когда есть, это действительно, это мужество. Это мужество, это пример для подражания, для подрастающего поколения, Хажимурат. То, что ты вот видел, вытерпел и думал о своих боевых товарищах, это же много, дорого это стоит. Между ног вот так зажимал этот консерву и левой рукой потихоньку, минут 15 я открывал эту консерву. И ножом вот так 4-3 вот так раз, все. Ага, и экономил. Конечно, да, все. Я не знаю, сколько будет. В принципе, это моя жизнь. Я себе ее продлевал таким образом. Дагыстанна арт-артыннан экинчилей өткерлеген жинслык ойланува эчкилени 24-чү Россия выставкасы өзүн ишин бүгүн башлашак. Выставка май айынын 23-үнөн баштап 25-ине эрли Каспий шаардагы Анжи Арена деген стадионуна жүрүлөчөк. Ачык уллу өлчөүдөгү чараны барышына Россиянын тыш пачалыкланы онлар булаңы регионунун вакилдери, хакимликтин федерал органдарынын хас делегациялары ва дагыстанлы кой болдуруучулар ортакчылык этежек. Биздин республика кичи ва уллу мүйүздүү хайваннын санауна көрө айтылган башчы санала. Яңгыз эт тармак түгүл, шону булан бирге сүт тармакта актив кайдада өсө. Дагыстанлы селекционерлер жинсы айваннын тайпасын жакшылаштырмак үчүн пайдалуу иш жүрүтө. Выставканын майданына баарда ортакчылар сынау ва билим алыштырмага болот. Конакланымында кужурлу маданият программа, өр даражада конак кабыл этүү, халык чебер иштери выставкасы, милли абзарлар караулай. Всего будет участвовать 66 хозяйств. Будут представлены 33 разные породы овец и внутрипородных типов. Очень интересно будет поголовье. Ученые работают над созданием новых типов, новых пород. Они будут представлены на этой выставке на обозрение специалистов, любителей отрасли овцеводства. Надеюсь, всем будет интересно, не только специалистам, будет интересно и простым посетителям настоящей выставки. Маашкан аэропортуна үйрөнүүлөр өткөрүлгөн. Үйрөнүүлөр убактысында медицина тарматынын кулдукчулары, Роспотребнадзордун специалисттери, учреждениелердин кулдукчулары самолетта пассажирге көмек тарых болгон кайдаланы такрарлаган. Эгерде тыш өлкөлүк ватандаш жугаган коркунучтуу ауру менен ауырбаса, медицина тармагынын кулдукчулары не мегеге керек экенин кабарлаган.
Пришел вызов диспетчеров аэропорта, что на судне находится пассажир, больной с неукротимой рвотой и частой дефекацией. По легенде, на борту самолета, прилетевшего из Стамбула в Махачкалу, пассажир с признаками холеры. Известно и то, что в Турцию он прибыл из Пакистана. Рост заболеваемости холерой в этой стране считается самой высокой. После поступления звонка к пассажиру приезжают медики и специалисты Роспотребнадзора. Его ряд, где он сидит, ряд сзади, ряд спереди, бортпроводников и тех пассажиров, кто в это время посещал туалет, их также изолируем. Пассажира из самолета переводят в изолятор, где ему оказывают помощь уже врачи. А специалист тем временем определяет места, которые нужно продезинфицировать. Учения проводятся в том числе из-за увеличения зарубежного пассажиропотока и приближения сезона паломничества. В этой связи самым эффективным, действенным способом является проведение тренировочных учений с вводом условного больного в условиях, максимально приближенных к реальности. В учениях у нас участвует Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан, Министерство здравоохранения Республики Дагестан, Дагестанская противочумная станция Роспотребнадзора, администрация аэропорта, служба авиационной безопасности. Министерство здравоохранения Республики Дагестан во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора, Дагестанской противочумной станции и руководством аэропорта города Махачкалы производит транспортировку условного больного в медицинские учреждения города Каспийска. В рамках комплексного плана ежегодно учения проводятся в трех медицинских государственных учреждениях республики и трех пунктах пропуска. Это воздушном, морском и автомобильном. Оказав первую помощь, пассажира увозят в больницу, а специалисты приступают к обработке самолета. Дезинфицируют воздушное судно хлором. Перед этим всю поверхность дополнительно протирают, чтобы повысить эффект от обработки. И тем самым прервать возможность для распространения инфекции. Откерлеген бүтүн Россия илму билим берүү конференциянын ортакчылары дин жактан айтканына, асуу масааланын шартларына, адатлы байлыкларын сактоону акынына айткалар. Резолюцияда токтоштурулган эмек, яңгыз, патчалыкны, дин курумланы, баялык куралланы ва жамиятны бирге кас этүүнү көмөктөгү булан, ахлүнү институтунун өсүүн ва өрүктөштүрүүн сактамага була. Столетиями сформировавшиеся духовные, нравственные, исторические, культурные ценности. У нас есть свои традиционные ценности, о которых я говорил, и это является основой нашего общества. И их сохранение это является, если хотите, обеспечением национальной безопасности нашей страны. Дагыстанда конференцияны өткөрүүнүн асуу маанисы бар. Дагыстан уа Саула Темиргазы Кавказ адатлы ахлы байлыкканы сактайган бешик саныла. Шу акта өзен асырларына белгили рус классиктер көп керелер язган. Вспоминая историю, мы всегда видим из произведений Александра Сергеевича Пушкина, Лермонтова, насколько Северный Кавказ представлял всегда культурные и семейные ценности, то есть почитание своей семьи, почитание родных, близких, своей второй половины, то есть всегда стояло во главе каждого мужчины, женщины, которая оберегала очаг. Шуну булан бүгүнкү яңылыктар деген баялык программаны тамамлайбыз.